Запоздалый, с котомкой шагаю в ночи, потрепанный жизнью, бывалый, но готовый идти и идти. Все мы в этой жизни путники, сами выбираем себе дорогу, но бывают моменты, хотим мы или не хотим. Неведомые силы ведут тропами, которых мы боимся, остерегаемся. Тропами испытания, которым мы все подвергаемся. Вопрос даже не в том, любят ли они, эти неведомые силы, нас или нет. А они нас любят, потому что они живут нами. Вопрос у нас, как мы живем в гармонии с ними. И пусть сегодня они витают здесь над нами отблеском северного сияния моей малой родины, Нижней Колымы, Хаварчинской тундры. Оттуда начался мой творческий путь с ее просторов. Там рождались первые мардовские песни под шум волн чистейших озер, прибоя Восточно-Сибирского моря, заунывного воя пурги, пение птиц, криков зверей, оленей, оленят. Жизни в гармонии с природой, иначе и не назвать труд оленевода. Добрый вечер, Амуте Авьягандалек. Спасибо, что вы сегодня пришли на этот наш творческий вечер. И знаете, вот вы видели вот эту картину,
Все в моей жизни вы слышали, что какие-то тропы ведут нас. Много троп пройдено. И можно написать целый роман, наверное, именно наших встреч, событий. Вот эти встречи, события, они как-то связаны и довольно-таки почти не случайно как будто. А на самом деле все случайно. И вот однажды я, перелистывая работы моей двоюродной сестры Любовь Васильевны Куриловой, случайно обнаружил такую строки. Лохагайнули. Круговой танец юкагиров. Тохтосова Матрёна Николаевна. И я очень заинтересовался этим. Тогда уже звучали такие уже как молодежь очень хорошо их восприняла. Хэдди. А почему бы не сделать и наше юкагирское? И в сотрудничестве со студией «Тунгус Рекордс» мы попробовали, и у нас получилось. И первым исполнителем, они как бы у меня попросили, я с удовольствием дал, они исполняют, самые первые исполнители этого, этой композиции, эвенкийский фольклорный ансамбль «Геркелен» под руководством Куличкиной Анастасии Еремеевны. И попросим их на сцену. Let's go, 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 let
ярмарки, мала-мала ярмарки, салға елмен қалделек, салға елмен қалделек, туңе елмен туңа терін, туңе елмен туңа терін, мала-мала маңырын, мала-мала маңырын, мәтіл бұндырын, мәтіл бұндырын, лақылған ойлы, емеден ойлы, лақылған ойлы, емеден ойлы, лақылған ойлы. Мала-мала бадынши, амдырыя, амдырыя, тетсалдаға майнырын, текті үсті жанды өйрін, мәтіл бұндырын, лақылған ойлы, емеден ойлы, лақылған ойлы. Эвентийский фольклорный ансамбль «Геркелей». Настоящий кочевник, истинный кочевник, спокойный, все загодя решит, обдумает наперед. Вот истинный кочевник. И хочу представить сегодня кочевой эвенкийский ансамбль «Хокто». Они исполняют мою песню, если перевести на юкагирский, «Тундра и бодра я иду». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Эту песню написал. Конечно, в тундре кочу я по просторам Халырчинской тундры. По песне понятно, что это писал зимой. Те, кто был в тундре, поймут меня. Когда миражи, и там вдалеке видны огни, Терский, Походский и, конечно, Колымская. И так родилась эта песня. И эта песня как бы стала там, в поселке Колымском моем, уже как бы-то не моя. Поют на вечерах, в застольях. И я очень от всей души рад этому. Где реки две встречаются, туманы в дождь порогов, стоит поселок маленький на левом берегу. И словно звезды яркие горят в ночи маня, огни, огни Колымского среди безмолвия. Река широкая, родная Колыма, то тихая, то бурная, кормилица мука. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Разлуку долгую беру с собой тетрадь, чтоб в тундре строчки нежные об этом написать. Где реки две встречаются, в тумане в дождь пургу, про мой поселок маленький на левом берегу. Здесь мои земляки, давайте еще раз немножко. Хотел бы представить моего товарища, тоже мелодиста. С ним мы очень часто общаемся, обсуждаем. Главное, он тоже оленевод. И это Погодаев Александр! Макар, ты уникален, красив, мудр
и просто очень хороший душевный человек. Меня очень тронула твоя композиция «Обряд очищения». И в преддверии Нового года ты нас всех очистил, благословил накануне Нового года. Спасибо тебе за это. Наша огромная планета, наш уникальный мир узнает о том или ином народе именно благодаря таким творческим людям, как Макар Семенович. Ну а я хочу подарить вам песню в преддверии Нового года. Она называется «Снежная девушка Имана». Поехали! Еще раз поздравляю Ирину, Макара Курилова и желаю им дальнейших больших творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо, Александр. Песня, которая сейчас прозвучит, эта песня, в общем-то, грустная. Но я
в эту песню вложил смысл. Песня называется «Печурка». Я написал ее в честь своих сестер. Моя мама рано ушла. И меня, можно сказать, вот воспитывали именно сестры. Люба ушла, Варвара ушла, Матрёна ушла. А тогда они еще живые были, и я в силу обстоятельств, как бывает, вообще черная полоса, белая полоса, целый год прожил как бы вдали от цивилизации, уединился. Видимо, так было нужно. И тогда тоже рождались песни. И вот эта песня, не песня, поется. Надо понять, что стены – это мои. Дом – это моя семья, мои близкие. А стены – это мои самые близкие сестры, мои братья. Вот такая песня есть у меня. Растоплю я печурку свою, пусть бодрит, затрещит, попрошу, пусть согреет мой дом и домашним теплом стены нежно обнимут меня. Пусть согреет мой дом и домашним теплом стены нежно обнимут.
растоплю я печеньку свою. Спасибо. Спасибо. Всем очень приятно исполнять песни Макара Семеновича от всей души, от семьи Большой Куриловых. Анастасии Афанасьевны, большой привет. Спасибо еще раз вам. Здесь говорили о том, что прозвучат новые песни. Я, конечно, хотел новые песни исполнить. А потом, после долгих раздумий, решил все-таки вернуться именно к гитарной песне, потому что новые песни будут в новом альбоме, который наконец-то выйдет уже скоро-скоро. Но там будет немножко мало песен. Но вдобавок хотим открыть в сайте страницу или в Илкене, газета такая есть, Илкен, или в фонде возрождения Ярхадана. И когда войдете в эту страничку, там постепенно будет прибавляться, будут там и
не только песни. Также я пишу небольшие рассказы, уже давно собираю. И вот будет постепенно нарастаться. Вот такие планы у меня. И сегодня я хочу спеть еще одну песню о родине. Эту песню первый раз спел, когда мы встретились, одноклассники, в Колымском. Уже некоторые уже бабушки, дедушки стали. И я спел эту песню, и им понравилось. И сегодня здесь присутствует моя одноклассница Глафира Кондакова. А где она? Есть она? По-моему, есть. Вот, пожалуйста. Спасибо. Мы очень дружим с тех пор. Мы как-то сохранили вот эту школьную. И в WhatsApp сейчас очень довольно-таки так общаемся крепко. Спасибо. Итак, «Колымские зори». Сторонка озеристая, дымки плывущий мираж, песнь куропатки задористая, стерха галантный мираж. Розовой узорикою час возрождения дня, розовою чайкою снится сторонка моя. Снится речушка извилистая в тенях задумчивых и давняя близкая и листая в разлуке заветный мотив. Розовой узорикою в час возрождения дня, розовою чайкою снится сторонка моя. Запах бабульника чуть, поступ рука чуть легенькая, сердце смахнувшая грусть. Розовою зорикою час возрождения дня, розовою чайкою снится сторонка моя. Возрождение дня, розовою чайкою снится сторонка моя. Спасибо. Знаете, многие знаете, что в 2019 году, вот недавно, закончил я
колледж культуры. И был самый такой, самый молодой студент, как говорили мои однокурсники. Ну, и, значит, здесь я познакомился с одним молодым человеком. Зовут его Александр Константинов, студии «Тунгус Рекордс». И он является моим учителем именно в музыкальном таком писании аранжировок. Я хочу пригласить сегодня в этот вечер Александр Константинов, мой учитель! Студия «Тунгус Рекордс». В общем, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов. Я сам исполню песню на ивенкийском языке, песню Владимира Колесова «Эрмитни Буга». Осень. У природы есть такое время года – осень. У людей тоже есть осень. И вот об этом песня эта. Осень гагарою плачет, светится ясной луной, сиянием вестницей скачет,
Дрожится мне скорой зимой, а бабье лето высоко, и тундра фатев позолотит, лишь только навеет тоску. Пернатая стая в отлете, я поздним теплом так согреться хочу. Я лето свое не заметил, побольше чуть света у Бога молю. Я Бога, чтоб он мне отсвечил. Осень так многое значит и в жизни, и в прозе, в делах. Погода и порой озадачи, да и не им ляжет искать. Я поздним теплом так согреться хочу. Мой ангел мне срок свой отмерил и тонкую веры свечу. Свой час покаяния отметил. Осень мне встречи назначит, друзьями богата она, разлука все краски утрачит, я ею напился сполна. А бабье лето мечту за птицами след перелетит, вернется, не канет в лету, чтоб душу согреть на излете. Я сладкой печалью напиться хочу, родник позабытый приметил. Я поздним теплом так согреться хочу. Я лето свое не заметил. Осень как горой отплачет, отсветится ясной луной, прохладою сердце окачет, тронет минорной струной. Но бабьим летом плено, я лето свое не заметил, побольше чуть света у Бога молю. Я Бога, чтоб он мне отсвечил. Спасибо. Сейчас бы я хотел пригласить вас на Юкагирский круговой танец. Мала вадунти кинектанилей. Настя хадалек. Мала!